Президент Беларуси уверен в еще большем сближении белорусского и российского народов. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Владимиром Путиным во время переговоров в формате «один на один». Беларусь и Россия – партнеры давние и стратегические. Сотрудничество налажено как в сфере политической, так и экономической. Только по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота составил около 38 миллиардов долларов. По итогам 10 месяцев нынешнего – примерно 23 миллиарда. И, как отметил глава белорусского государства, сегодня две страны готовы четко обсудить и решить те вопросы, которые стоят на повестке дня. Действительно, как мы в Уфе в свое время договорились на промежуточной, можно сказать, встрече, что мы до этой встречи проработаем в правительствах, на других уровнях все вопросы, которые подлежат решению. А встретимся здесь, в Кремле, с вами, и уже те проблемы, которые останутся для решения нами, мы обсудим их и решим. Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизит наши народы. Хотя, откровенно говоря, мерить нас с вами классическими рамками взаимоотношений с другими какими-то государствами как-то даже неудобно, потому что у нас настолько близкие отношения, что тут не подходят эти критерии. Но, тем не менее, я благодарен вам за эту оценку, и мы готовы кратко, четко, я понимаю, в правительстве работали над этими проблемами, сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Я очень рад вас видеть в Москве. Уровень политических отношений и объем экономического сотрудничества, то движение, которое благодаря в значительной степени было сделано, благодаря вашим усилиям, мы сделали в объединении, в объединении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и в России. Все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Всегда мы часто встречаемся. Тем не менее, мы вас ждали вот с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, и что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений. И сегодня же, еще до начала официальных переговоров в Кремле, Александр Лукашенко возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Расположен мемориальный архитектурный ансамбль в Александровском саду, прямо у стен Кремля. Память о Великой Отечественной войне из года в год объединяет россиян и белорусов. Напомню, белорусский лидер в Москве находится с официальным визитом. В центре внимания лидеров двух государств широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня, взаимодействия в интеграционных объединениях. По итогам переговоров запланировано подписание международных документов.